Здравствуйте, у нас сегодня очередной ролик про пекинеса Дэндика. Такой он ролик, такой с творческим уклоном. Да, вон он бодрится, Дэндика, лежит. Хочу вам показать, у нас Ванька, ну кто следит за нашими роликами, это сын мой средний, вот нарисовал Дэндика. Вот смотрите, глаза, у него лапки, и вот образец. Очень даже ты лезешь, ты. Очень даже похож. Да, Дэнь? Ну, видишь, какой похож? Глаза такие же. Умные. По-другому сказать нельзя. Умные у тебя глаза, умные. Вот. Тут тоже такие глаза умные. Вот он сам образец. Никак не успокоится, ему хочется посмотреть на себя. Да, Дэнь? Вот такой красавец. С свинями на объектив накидал. Так, ладно. Сейчас мы Дэндик положим. Вот он еще раз такой красавец. Воньку у нас там прям рисовать начал классно. Также была нарисована кошка Тося, которая вот пытается сейчас убежать, да. Вот, это ты. Вот такого же почти цвета. Цвета, кстати, сам подбирал. Ну, кто не в курсе, Ваньке там 3,5 года. Вот он сейчас активировался насчет рисования. Вот у нас кошка, пожалуйста, положим сюда. И еще раз продемонстрируем, у нас вот образец и вот результат. Так что у нас скоро будет, соберется какая-нибудь галерея. Да, ты? Мало того, что у нас звездочка у нас для роликов, для фотографий. Теперь будет еще позер для рисунков. Дэнь, на старости лет, да, вот у меня еще одна профессия. Так, ну ладно, всем до свидания, всем всего хорошего. Передавайте Дэндику привет. Не забываем ставить лайки. Важно это для канала. Ну и всем всего хорошего. С наступающим Новым годом. Да, Дэнь? Наступающим хоть скажи, молчит. Ну, глазами он просигнализировал. С наступающим. То есть все, ходит. Ладно, до свидания.